что, Людвиг, давай выбирать, кто будет сидеть в жюри. А, давай. Так. Ерван, ты что? Ну, да. Агасинович, да. А каков Венин? Ты что, знаешь много Агасиновичей? Ну, штук шесть, как они точно. Ладно, черт, ставай, ты людей. Людей штуки не измеряешь, но хотя бы один пример можешь приводить. Ну как, мой сосед? Он что, Агасинович? Ну да, настоящий мужик, браконьер в законе, а не то что это. Назик Карапетов, да, да? А может я не пригласил на этот раз? Да попробуй я не позвать. Нет, я реально говорю, давай на этот раз попробуем ее не позвать. Ну давай, мы никогда не пробовали. А Назик Карапетовна, нет, а... Алло, да, Назик Карапетовна. Как вы узнали? Ну вот как? Ну вот такая концепция. Первый школьный праздник без Назик Карапетовна. Мне это весело, это находчиво, это без Назик Карапетовна. Назик Карапетовна, нет, что? Она паливает за этот плечи. Артис Перзон, ты что? Ну и по непригласен. Ты что, совсем гюдер? Да, все равно не придет смысл приглашать. Да. Представь такую ситуацию, армянин идет устраиваться на работу. Здравствуйте. Здрасте. Так, я пришел устраиваться на работу. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут. Здравствуйте, диплом есть? Есть, красный диплом, вот, пожалуйста. Откуда купили? Если армяне, значит, сразу купил. Подарили. Святой Николай Мученик, подскажи, недоученная, всемогущий Иисус Христос, не поставь на экзамен лишний вопрос. Спаси, Господи, от единицы и двойки, раба твоего стойкого. Пошли нам ни пуха, ни пера, и во веки веков избавь от разных веков. Ну что ж, о, Александр, ты опять опоздал. Ничего страшного, главное, что ты крест. Все равно, ничего страшного, проходи, садись. Ведь оно приходит. Ну что ж, ответьте мне, пожалуйста, кто был твоим начальником по Франции 1812 года? Отвечаю ему, Андрей. Ничего страшного, ничего страшного, я помогу. Ведь оно приходит. Я учитель Тодор. Да. На Бога. На Бог. На Бога. На поле. На поле трактора. А трактор это кто? Он. Значит, на поле. Он. Правильно, на полем. А полное имя, на полем Бог. Боня. Бона. Бонаква. А Бонаква на чем стоит? На пашке. Много чего? Пашт. Значит, на полем Бона. На полем Бона много пашт. Правильно, на полем Бона пашт. Пять, ведь я добрый.
здесь, пусть и она ответит. Каждый раз, когда на одной истории ученик задавал учителю один и тот же вопрос. Как ваше драгоценное здоровье, Наза Карапетовна? Что отвечал учитель? Жила, живу и буду жить вечно. Да, что сидим и работаем, Привет, Люк. Да, скажи здравствуй, что ты делаешь, почему не работаешь? Рыб по-русски. Да, что ты кушаешь, а? Это жопа, хочешь попробовать? Фу, не надо, не надо. Вот сюда иди, что это такое? Мне достанется больше. Вот что это такое? Это шамшот? Ванна, пашот. Давай быстрее. Клюш, повернула. Напарно, пашот. Сестры упала, разбилась. Трещины пашот. Пашот. Соседки в квартиру пришел. Ну ванну. Что вы делаете? Ремен соседки испортили? Да, ну что? Чтобы завтра в 8 утра все было переделано. И переделано, понятно. Да, дальше идем. Иди сюда. Сюда иди. Сюда. Да сюда иди. Ну что, идёт сюда, иди, кому добавить? Идёт. Иди сюда. Слушай, ты понимаешь? Вот что это такое? Окна. Не окна, а окно. А под окном что? Охолодник. Не охолодник, а подоконник, повтори. Охолодник. Да ладно, чёрт с тобой. Подоконник должен быть кроме соседа. Или чуть-чуть выбирать должен? Чуть-чуть выбирать надо на шаулика. Или все-таки вровень со стенкой? Вровень на шаулика все должны. Да слушай, у тебя один вариант, либо вровень со стенкой, либо выбирать. Вровень выбирать надо на шаулика. А почему у вас именно так сначала вровень, а потом выбирать? Вот смотри сам. Вот сам смотри. Почему? Чтобы завтра в 8 утра и ремонт соседки были переделаны. Переделаны, понятно. Так. А шарлика? Сегодня 10-й, 8-й, 8-й, можно пойду посмотреть. Вот идиоты. Играет моя любимая команда 10-го класса, они мне только сообщают. Пошли вместе. Поехали, да, шарлика. Ну так, давайте рассмотрим первые три фотки. И как вы думаете, какой это учитель? А? Не знаю. Ну, вот смотрите, это спирт, просто Т зачеркнуто, это Рикантон, любой ростовский человек знает. И это известный футболист Ибрагимович, просто последние четыре буквы. И да, именно, Ну, здесь не учитель, это просто стоматолог. Ага. Пьет Мартини Сычек. Мартини учитель, что? Вот это Мартини. Вот его зовут Агасфин, а это Ича. Вот кого мы в первую очередь пригласили? Конечно, Мартина Агасфина. Что это? Это ежик. Какой ежик? Нет.